Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами Екатерина, и сегодня я познакомлю вас с птицей, которая называется Большая Поганка. Перед началом ролика я хочу попросить вас, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк. Приятного вам просмотра! Далеко от спасительных зарослей тростника на открытой воде спокойно плавает Большая Поганка, или чомга, в окружении 3-4 пушистых птенцов. Кажется, слишком легкомысленно ведет себя мамаша. Вдруг птенцы не успеют спрятаться в зарослях, если прилетит пернатый хищник. Вот в воздухе показался болотный лунь, но чомга по-прежнему спокойна. А ее малыши, их уже нет. Все до одного вскочили на спину матери и спрятались в густом оперении, только клювики торчат. Лунь спустился пониже, и чомга нырнула вместе с маленькими пассажирами. Вынырнула лишь через пару минут в другом месте. Так через мамино оперение и происходит знакомство птенцов с подводным миром. А лунь покружил и улетел. Знает, у чомги птенца не отнять. Когда малышам исполнится месяц, они научатся летать. В 2,5 месяца они станут самостоятельными и навсегда распрощаются с маминой спиной. А пока мама их защищает, а папа кормит, принося насекомых, головастиков и мелкую рыбку. Чомги, как и другие поганки, а их в отряде насчитывается 23 вида, отличные пловцы и ныряльщики, лишь немного уступающие гагарам. Вообще у гагар и поганок много общего и в строении тела, и в брачных ритуалах, и в устройстве гнезда, и во вкусовых пристрастиях. Недаром некоторые ученые склоняются к тому, чтобы объединить эти два вида. Главное украшение поганок – воротники и уши из длинных перьев на голове. Появляются они только перед брачным сезоном, исчезают после осенней линьки. Распространены поганки очень широко. Чомги, например, гнездятся у нас в средней полосе, в Азии, в Африке, в Австралии и даже в Новой Зеландии. Из холодных мест на зиму улетают, в тропиках обходятся без перелетов. Поганки – птицы благополучные. Мест для гнездовий достаточно, и охота на них не ведется. Потому что мясо у них противное на вкус, поганое. Отсюда и русское название – поганки. Вот такая интересная птица, которая называется поганка. Давайте посмотрим на нее еще. А с вами была Екатерина. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, про какую птицу мне рассказать в следующем видео. Всем пока! Эй, ребята, по секрету вам скажу, следующее видео будет про вымершую птицу. Всем пока!